Мы верим в чудеса. На сцене концертного зала «Могилев» прошел отчетный концерт продюсерского центра «Ступени» Могилевской областной филармонии. Праздник творчества стал подарком маленьким могилевчанам ко Дню защиты детей, последнему звонку и посвящен 750-летию нашего города. Более 400 маленьких могилевчан стали зрителями яркого, красочного, веселого шоу, которое подготовили для них воспитанники продюсерского центра «Ступени». Мыльные пузыри, ростовые куклы, конкурсы, сладкие подарки. На площадке областной филармонии состоялся настоящий детский праздник. А продолжился он уже в концертном зале «Могилев», где воспитанники продюсерского центра «Ступени» представили на суд зрителей свои лучшие по итогам работы за год творческие номера. Существование нашего продюсерского центра активно. Все детки участвуют в различных международных и республиканских проектах, конкурсах. У нас за этот год очень много заслуг, несколько гран-при республиканского уровня, международного уровня, высоких значимых фестивалей, много лауреатских мест, как первой, второй и третьей степени, так и участников. Мы участвуем не только в конкурсах, но и в различных проектах. Продюсерский центр «Ступени» работает на базе Могилевской областной филармонии с 2006 года. Основная цель его существования – прививать детям любовь к музыке и вокальному искусству, формировать у них художественный вкус и чувство стиля. Ребята занимаются с профессиональными педагогами по трем дисциплинам – вокал, танец и актерское мастерство. И прошедший отчетный концерт стал подтверждением продуктивной работы преподавателей и высокого творческого потенциала нашего будущего поколения.